Лондон снова встречает Трампа протестами. На улице столицы Соединенного Королевства, как ожидается, сегодня выйдут до 250 тысяч человек. Протестующие приготовили куклу президента США, изобразив его сидящим на золотом унитазе с телефоном в руках. Ее в начале второго дня госвизита Трампа принесли на Трафальгарскую площадь. Сегодня американский лидер встретился с премьер-министром королевства Терезой Мэй. Встреча прошла в резиденции британского премьера на Даунинг-стрит.